На юго-востоке Кувейта в районе Мангаф по меньшей мере 49 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в здании, где проживали рабочие. Десятки людей пострадали. В числе жертв 40 граждан Индии, об этом сообщил МИД страны. Власти Кувейта заявили о намерении арестовать владельца дома, заявив, что к таким проблемам приводит жадность владельцев недвижимости. Кувейт в значительной степени полагается на иностранных рабочих во многих сферах, включая строительство и нефтедобычу.